привет! Hello, my friend! Hello, my friend! Привет, мы приехали в МФЦ получать паспорт, да, Кирюшка? Да. Готов уже. Кстати, мы отдали документы в субботу, сегодня у нас пятница. И получается, что чуть меньше недели все сделали уже, получать идем. Вадимка, ты опять пил? Покажи. Пустая. Уже пустая. Ты каждый раз приходишь сюда, пьешь. Девочка такая мне нравится, у нее красивая, да, девочка? Да, красивая. Очень красивая. Красивая. Сидим. Hello. В очереди талончик взяли. Hello. Талон номер 65. Нам же говорили, когда меняется? В 20 лет, да, в следующий раз? Показывай, похвастайся. Все, мы получили. Пойдем домой? Да, поехали. Пойдемте. Все, Кирюшка, надевай шапку-то. О, да надо порадоваться за тебя. Какая красота. У Кирюшки паспорт совсем большущий стал. Холодно, одевайся. Тебя сдует. Сегодня у нас ветер. Снег. Погода такая... Не айс. Метет вообще. Все в снегу. Смотрите, что делается. Пойдем скорее в машину. Мы сейчас приехали в стройсельхозторг. Мы пошли смотреть линолеум белый, который у нас в комнате в большой. Если он здесь есть, мы здесь покупали, то мы и возьмем. Все, мы чуть купили больше шириной, поэтому мне сейчас будут его обрезать. Обрежут по ширине комнаты. Да, мы вот смотрите, видите, этот же самый цвет, как у нас в большой комнате. Да, ты сразу хочешь пилить? Конечно. Давай его поровнее, куда этот пилит? Такой вот еще был серенький, потемнее, но он тоньше, тоньше. Мы самый-самый толстый взяли, самый качественный, который вот, ну, не рвется, долго не рвется. Вот, кстати, тоже какой-то более серого больше, но у нас он более белее. Тоже комната будет светлая. Ложка, кормушка для отопляемых полов. Ура! Все, мы купили! Таркет, фирма Таркет. Мы уже брали его, вот большую комнату. А, да, он светлый, его, конечно, надо мыть. Часто мыть, все пятна видно. Если там дети у меня, вот особенно шоколад где-то, да, покушали, упал шоколад, размазывалось, это все видно. Но он... Вообще, не знаю, так освежает комнату. Мне так очень нравится это все. Что такое светлое все. И обои светлые. Да, и потолок светлый, и пол светлый. И сейчас у нас одинаковые будут линолеум. И в большой, и в маленькой комнате. А я войду? Ой, слушай, как раз, ага. Вся челка в разные стороны. В общем, мы, ребята, шикуем. Шикуем. У нас Юра получил наконец-то зарплату. Да, Юра? Со второй работы получил зарплату. Ну, немного, не сильно денег много дали, но нормально. Мы сейчас вот линолеум купили. И еще там на остатки мы еще копили денежки. Он хочет поставить газ в машину. Все-таки он надумал, копил. И газ на следующей неделе сегодня ездил. Помните, говорил, что газовое оборудование хочет поставить в машину? Мечтал. Мы еще немножко копили. И получается, что во вторник только ему поставят. Сегодня у нас пятница. Очень много народу. И по записи сейчас только. Представляете, вот бизнес у них идет, да? Газовое оборудование ставят и ставят. Много очень народу. Все, в общем, мы записались на вторник. И во вторник уже поедем устанавливать. Посмотрели, все проверили. Выхожу. Все проверили, посмотрели. И все сказали, давайте, приезжайте во вторник. Я чуть не выпала тут из машины. Ну все, заносим домой. Все, дети у меня дома. Мы их высадили и поехали в магазин. Девочки, я хотела бы вам кое-что показать. Мне пришла посылочка. Я только что открыла. Мне отправили крем. Аптечный крем. Витапринол. Такой вот. Регенерирующий крем. Это подойдет для сухой, для чувствительной кожи. Можно пользоваться и на лицо, и на руки. И, в общем, хоть куда. Сейчас я вам просто немножко зачитаю, скажу, что тут. Инновационное косметическое средство на основе экстрактивных веществ из древесной зелени пихты сибирской для регенерации кожи. Тут указано, что 100% натуральный. Девочки, это
В общем, тут много от всего я прочитала, от шелушения, от сухости, от трещин, да, вот у кого если трещинки, да, есть аллергии, если какие-то есть, да, герпесы тут написано, в общем, много всего можно для просто ежедневной защиты пользоваться. Кожа, лицо, руки, там шея, область, декольте. И еще, девочки, я прочитала, знаете что? Меня это очень-очень заинтересовало, вот такая вот коробочка, здесь инструкция. Здесь, знаете, что написано? Так, но главным компонентом являются фитостерины, которые больше всего в пихте сибирской. Фитостерины очень похожи на гормоны, от которых зависит молодость и красота нашей кожи, и которые мы теряем с возрастом. Фитостерины позволяют замедлить этот процесс, продлить молодость и привлекательность. Вот так вот. Девочки, он пахнет, он, конечно, пахнет вот этой вот пихтой. Очень такой, ну, очень приятный аромат, лесной аромат. Да, здесь древесная зелень пихты сибирской. И, естественно, я буду на ночь пользоваться. Ложиться спать и наносить на лицо. На ручки, на лицо наносить буду. Мне их несколько штучек отправили. У меня тут не одна коробочка. Я маме подарю. Юре дам на работу, чтобы он пользовался. Дяде еще своему подарю. И еще у меня тут останется, можно потом будет. Ну, буду конкурс устраивать и туда тоже его положу в подарочки. В общем, это аптечный крем. Еще раз повторюсь, натуральный. И ну вот больше всего меня это привлекло. Я забыла вам показать, как он выглядит, да? Он не белого цвета, если что. И там, смотрите, есть предохранитель блестящий. Я сегодня открыла уже. Вот видите, блестящая фольга здесь. Открываете, потом уже нажимаете. В общем, вот такого цвета крем. Зеленого, естественно, он натуральный. И можно вот на ручки, да, мазать на ручки, на ножки, на пяточки. Быстро впитывается все уже. Впитался крем. И липкости никакой нет. Хорошо впитывается. Начали уже вытаскивать мебель из комнаты. Сейчас стол вытащили, диван почти вытащили. Вот эту аппаратуру я уберу. И надо будет из этого шкафа все вытащить. Платье, сумки, Юрину одежду, мою одежду. Все это вытащить, потому что шкаф этот, шкаф-купе, он очень тяжелый, очень. И мы будем сами стелить линолеум, как обычно, да. И у нас, я говорила, да, пол скрипит. Но так как у нас нет возможности полный ремонт сделать, мы пол, как сказать, стягивали немного. Мы гвоздики туда вбивали, шуруповертом он там сверливал шурупчики. И получается, что они немножко стягиваются, досочки. Мы вот на кухне так делали. И у нас там перестал пол скрипеть. Нам тоже сейчас нужно снять этот линолеум. Все там, доски все приколотить на место, чтобы они не двигались. И потом уже будем стелить уже новый линолеум. Шкаф вот этот вот, я не знаю, разбирать, скорее всего, мы не будем. Может быть, и будем. Постелим линолеум, как у нас в той комнате мы делали, половину постелили. Шкаф туда перенесем. Потом эту половину достелим, шкаф на место поставим. Потом я уже буду снова тут мыть везде. Сейчас этот линолеум старый оторвем. Нам надо будет там тоже под ним все пропылесосить, помыть. Подождать, когда высохнет, и потом уже новый стелить. И еще тут туалетный столик у меня, я его не вытащила из комнаты. Брать все отсюда. И скорее всего у нас придет Юрин брат. Саша придет и поможет шкаф вот этот таскать. Потому что его не оторвать даже от земли, даже без одежды его не оторвать. От земли, от пола не оторвать. Ладно, все, подтаскиваю вот остатки. Все, Юра уже отрывает старый линолеум. Тут уже подмели. Поедем за ним.
Мы сейчас ездили в магазин. Я все-таки уговорила Юру розетку вот эту вот поменять. Ездили, купили такую же двойную, потому что у нас дома купленная, много было. У нас одинарная. Вот, двойную купила. И выключатель у нас здесь одинарный, тоже такой же толстый. Вот такой вот взяла двойной, две кнопочки. Потому что когда будут натяжной потолок делать, надо, чтобы двойная кнопочка была. Проводку будем менять и сразу вот такой поставим, чтобы половина включалась. Например, освещение будет здесь и там, чтобы можно было включить-выключить. И мы еще купили всякие дюпеля, или как называется это? Что мы купили так? Саморезы. Саморезы еще там вот для плинтусов же. Тоже? Да. Да, вот. Саморезы скрипит. Саша, я приехал. Это этот упал шуруповерт. Все, теперь нам не надо туалетный столик унести, раздеться. У меня сегодня челка, шапку сняла и вообще не лежит. Саша у нас уже пришел. Я вытаскиваю все из шкафа, здесь убираю одежду, вытаскиваю. И мы там уже сняли старую розетку. И сейчас пытаемся сделать новых. Ну, отсюда я буду... Еще надо увидеть. Увинитель я положила на подоконник. Вот там. Юр, что? Не включался? Света нет, еще не включила. Нет, нет. Юра на подоконнике. Так. Попробуйте штоку мусора включить, Свет. Все, а мы линолеум тут наполовину уже убрали. Саша пошел подружку свою встречать. Она приехала. И вот смотрите, розетку сделали. Наконец-то мы сделали розетку. Много мне писали, что Лена, переделайте, у вас такая страшная. Я говорила, да, что у нас ни один электрик не брался менять это все дело, потому что столько песку, столько цемента было. Мы сейчас все это долбили, вообще у нас вон там в пакет, полпакета здесь цемента лежало, и песка мы все это заметали, убирали. Вот это вот из одной такой дырочки, да, чтобы ну, углубление делали. И там все пробивали, и столько цемента было, и песка. Ужас вообще. Поэтому никто у нас не хочет вот эти выключатели, розетки делать. Ну, мы сами сделали. В общем, вот, все. Саша пошел подружку получать. Саша пошел подружку встречать, потом сейчас придет, и мы дальше. Шкаф вот этот мы перенесем туда. Этот вытащим, мы его выбрасывать не будем. Мой папа сказал, чтобы на дачу увезли вот этот старый линолеум. Ему там нужен он. Ну вот сейчас мы его свернем и в гараж, а потом уже весной на дачу увезем. Да, здесь страшные углы, отошли там внизу. Ну, мы здесь плинтус будем делать. Плинтус это все закроется. Вот это вот все, что отошло, оторвалось, это все закроется. А здесь там отверстия делали насквозь. Это мы протягивали. Здесь у нас телевизор несколько дней стоял. Телевизор. Мы кабельное телевидение. Потому что через комнату, если проводить, не дотянется шнур. А мы через кладовку протягивали вот этот вот кабельное телевидение. Там просверлили. И поэтому у нас сейчас такая дыра тут замазывать надо будет. Ну ладно, все. Сашу ждем, да, и шкаф убирать будем. Шкаф отодвинем. Он у меня пустой. Что, полегче отвоем-то? Таскать-то его. Мы постелили линолеум. Смотрите, какая красота. Обалдеть. Там я, конечно, все косяки сделаю. Мы пока не обрезали, потому что плинтус не купили. Я не помню, говорю, нету плинтуса. О, плинтуса есть, вот этих боковушек нет, которые сбоку, да, закрываются, заглушки. Их нет в наличии. Поедем покупать. У них такой есть линолеум. Приложим какой-нибудь плинтус, возьмем, когда боковушки привезут, во вторник тоже вроде обещали, и потом уже будем обрезать, обрежем и плинтус поставим. Пока я так хочу, чтобы не видно было косяков, а то бы вот здесь только заклеить надо. В общем, вот так вот у нас, вот так. О, красиво, да? Обалдеть.
Ну, почему-то у меня такое ощущение, что комната уже стала. Вроде бы шкаф вплотную поставили, все вроде нормально. А кажется, что уже. Все, сейчас порядок наведу и еще поснимаю. Радости столько, я так хотела его вообще сильно. Светлая комната у меня сейчас будет. Какие мы молодцы, да, сегодня? И розетку сделали, поменяли, да, и линолеум постелили. Молодцы. Мы расставили мебель. Окно открыла, жарко сильно. Душно и жарко, поэтому открыли окно. Нам надо к маме сейчас ездить. Брючки надо подшить, там машина. Вадимкины новые брючки подшить. На елку скоро. Мы сейчас, пока ехали домой, заехали в магазин. Купили немного продуктов. Здесь у нас яйца закончились, купили. Огурцы. Лук зеленый. Томаты. Здесь у нас хлеб и свинина. Тушенка свинина. Сейчас салатик будем делать. А еще сок. Сок. Томатный взяли. Мои хорошие, я хочу вам показать все сейчас, как у нас в комнате. Все, линолеум мы постелили, мебель занесли, а диван я не заправила, потому что уже ближе к вечеру, ближе к ночи, скоро спать будем ложиться, поэтому не стала его заправлять, так оставила. Вот такая вот у нас красота. Ноутбук только у меня на подоконнике, сейчас поставлю сюда. И здесь вот так вот. Пол я уже помыла здесь. Все, осталось нам только натяжной потолок сделать, проводку поменять, натяжной потолок сделать. Это уж я со следующей зарплаты там получу, сделаю. Подкоплю денежки, сделаем. А так все потихонечку делаем, делаем ремонт. Все, смотрите, какая красота сейчас, да? Вообще другое дело. Плинтус еще, да, плинтус купим. Еще раз повторю, что плинтус не купили, потому что не было заглушек. Вот эти вот боковушечки, которые закрываются, их надо сразу покупать вместе с плинтусом. И вот потом должны во вторник привезти, купим и сделаем уже эти саморезы. Эти уже купили, чтобы плинтус прикручивать к стене. Так что вот так вот все сделаем. А так вообще классно. Наконец-то у меня светлый линолеум. Конечно, за ним надо уход от и до. Мыть частенько, потому что все на нем видно. Ну, девочки, посмотрите, как освежает. Посмотрите, какая красота. Комната такая светлая стала. Прямо, знаете, постоянно хочется здесь находиться. Так что все. И надо будет мне вот еще, наверное, скорее всего, шторы, да, шторы постираю на днях, хочу постирать, тюль постирать. Здесь тоже в шкафу все нормально, зеркало надо помыть, потому что опять уляпали все в шкафу у меня. Вот так вот я сейчас, кстати, шубу сюда перенесла. Все у меня здесь аккуратно, сумочки тоже с одеждой там все аккуратно, вот так вот. Свободное место даже здесь у меня сейчас. Это после расслабления у меня. Ну вот, мои дорогие, на этом сегодняшний влог я буду заканчивать. Не забывайте подписываться, кто не подписался на наш канал. Ставить лайки. Всех вас люблю, всех целую.